Приветствую, друзья, с праздником Рамадан, священным праздником поздравляю всех. Это праздник для всех и каждого, праздник очищающий, прекрасный. Я вот поэтому в таком вдохновении своему другу Алексею написал картину «Цветы». Да, вот это ему понравилось, он мне там написал шедевр, я ему эту картину буду вручать, когда даже, может быть, мы покажем, как это происходит, вручение торжественное такое, а может быть, не будем показывать, но покажу обязательно вам сейчас очень интересное. На сайте hasai.ru идеальный собеседник, это там приемы новые с отзывами людей, которые их уже начинали использовать, что они при этом, какие результаты получили, какие ощущения, состояния достигли. И вот это здорово, потому что каждый из нас, оказывается, носит в себе внутри идеального собеседника, и мысленно сам с собой иногда разговаривает, или когда смотрится в зеркало, или когда он думает о чем-то, он там внутри себя с кем-то там как бы разговаривает, кому-то отвечает, с кем-то советуется. И иногда вот этот внутренний диалог бывает такой навязчивый, что ты не можешь от него никуда отвязаться. А там как раз-таки объяснена природа этого внутреннего диалога, как от него освобождаться, и что при этом, какое событие замечательное происходит. Это просто удивительно. Итак, смотрите сайт hasai.ru «Идеальный собеседник». До встречи.